Сент-Луис, Миссури. Что-то не так у Валерия шимпанзе в местном зоопарке. Все поднялись по тревоге, и вскоре источник возбуждения стал очевиден. В вольер пробрался енот. И, вероятно, он пожалел об этом. Бедный енот старается выбраться. Но шимпанзе не менее упорны. Подобное поведение приматов может показаться нам жестоким, но в их мире подобная демонстрация агрессии — единственный способ прогнать конкурирующих хищников, больших и малых. К несчастью для енота, шимпанзе будто не понимают, что он хочет уйти. И их решение становится все радикальнее. Енот пролетел 12 метров по вольеру и ударился о стену. К счастью, он оправился от удара и бросился к водостоку вольера. Этот хитрый чужак оказался не в том месте совершенно, не в то время. Бедняжка.